Привет, друзья! С вами InFishing TV. Недавно довелось половить на спиннинг Tikt Ice Cube с длинной маркировкой IC63E1T2. Никогда до этого не ловил одночасными спиннингами, да еще и заявленным тестом до 1,5 граммов. Вспоминая тот старый распространенный Ice Cube 69F до 3,5 граммов, я думал, что эта модель будет изящной мягкой удочкой мибаринговой направленности. Но он оказался жестче моей аджинговой нового корта прототип 612 ULHS. Несмотря на это, вполне возможно в безветренную погоду ловить на груза от 0,6 грамма. Естественно, вершинка на таких весах ничего не покажет. Но понимание того, что происходит с приманкой, есть. Во время ловли стояла легкая катушка тысячного размера, массой 160 граммов, со шнуром PE02. Чувствительность на высоком уровне. Даже 0,7 грамма при попадании в камни отчетливо стучит в руку. Поклевки очень подробно передаются по бланку. Не знаю, насколько именно тут заслуга нераздельного бланка, но это явно положительный фактор. Верх теста намного выше заявленного. Но проверять и перегружать не свой спиннинг я не стал. Думаю, с 3-4 граммами, в зависимости от приманки, спиннинг справится. С вами был Петухов Артём, подписывайтесь на канал. Пока!